Конец апреля, начало мая является, пожалуй, самым прекрасным временем года в Вашингтоне. Цветет подаренная императором Японии, завезенная сюда, сакура. Парк, находящийся между мемориалом президента Линкольна и Капитолием, полон туристов и местных жителей. Кто-то играет, кто-то отдыхает на пикнике, а кто-то просто лежа на газоне вдыхает аромат весны. Но не все приехавшие в эти дни в Вашингтон прибыли сюда для отдыха. В 100 метрах от Белого дома, в одной из самых старинных гостиниц Вашингтона Willard Intercontinental, стартует очередная Америко-Азербайджанская конвенция. Лозунгом этого форума является «Взгляд в будущее». Четыре сессии, которые пройдут во время форума, охватывают очень широкий спектр сфер сотрудничества двух стран. Азербайджан – доверенный друг в критических глобальных перекрестках. Азербайджан – развивающаяся экономика и энергетика. Развитие человеческого капитала страны. И, конечно же, укрепление диалога и продвижение толерантности. Азербайджан сегодня превратился в мировой центр культуры и диалога цивилизаций, в очередной раз доказав именно толерантность. Трепетное отношение к своим истокам делает возможным существование различных культур и религий. И этот форум – яркий тому пример. Для участия в нем в Вашингтон прибыл шейх всего Кавказа Кажала Шикюр Пашазаде в сопровождении глав самых крупных трех религиозных конфессий Азербайджана. Толерантность является важной, но не главной темой диалога двух стран. Есть вопросы, которые намного больше интересуют, а иногда и беспокоят Белый дом. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности главного партнера США – Европы. Один из основных обсуждаемых вопросов – обеспечение энергобезопасности Европы, сотрудничество американских компаний с компаниями, производящими энергоресурсы в Азербайджане. Конечно же, сегодня все в мире проинформированы о проекте «Южный газовый коридор». Именно по этому трубопроводу в 2019 году будет транспортирован в Европу газ в новых объемах и из новых ресурсов. Это наш большой вклад в обеспечение диверсификации энергоресурсов Европы, союзника США. Это мероприятие, основанное на взаимных интересах, на котором будут обсуждены совместная деятельность США и Азербайджана. Именно эти аспекты стратегического партнерства двух стран вызывают такой большой интерес к нынешнему форуму. Стоит отметить, в форуме примет участие большое количество конгрессменов, сенаторов и политологов, которые имеют большое влияние на построение внешней политики США. Не секрет, что для Азербайджана этот форум не менее важен. Джейхун Аскеров, Руслан Джафаров, Вашингтон, CBC, специально для AzerTouch.